Билли Айлиш рассказала о проблемах со здоровьем из-за таблеток для похудения, но давайте обо всем по порядку. Американская певица и автор песен Билли Айлиш в интервью изданию Vanity Fair рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась в результате приема таблеток для похудения. По словам певицы, в 13-летнем возрасте она занималась танцами, однако педагоги говорили, что она немного корпулентна для профессиональной карьеры танцовщицы и участия в конкурсах. Тогда девушка начала голодать и пить специальные таблетки для похудения. «Честно говоря, я начала носить мешковатую одежду только из-за своего тела», – призналась Айлиш. Сбросить лишний вес ей не удалось, но из-за лекарств будущей певицы начался НРС. После этого Билли проходила длительное лечение и посещала психотерапевта, чтобы научиться принимать себя. В то же время 12 октября Билли Айлиш появилась на публике в облегающих вещах, место, привычное ее фанатам мешковатой одежды. Она прошлась по улицам Лос-Анджелеса в кружевном бюстгальтере, обтягивающем топе бежевого цвета и шортах в тон. Журналисты отмечали, что обычно певица выходит в свет в нарядах оверсайз, чтобы не демонстрировать свою фигуру. Позже Айлиш призвала подписчиков перестать критиковать людей с обычными телами на фотографиях. В декабре 2019 года Билли Айлиш объяснила желание скрывать свое тело. По ее словам, ей удобно носить одежду больших размеров, поскольку это не дает возможности другим судить о том, как на самом деле выглядит ее тело. А на этом все. Что думаете, пишите в комментариях. Поддержите нас подпиской. Также можете поддержать наш проект донатом. Ссылка в описании. Пока.